Всем привет! Вы на канале Яна Кляйн. Кто не подписан, подписывайтесь. И как дела? И расскажи, что у нас сегодня. Шопкинцы. Шопкинцы? Да. Нет, это не совсем шопкинцы. Это пакетики «Хранитель лев». Продолжение мультика «Король лев». Да, которые мы купили в магазине «Той за раз» в Эмиратах. И это из серии «Дисней Джуниор». Мы вообще их никогда не видели. Выпускает Симба. Как раз связано, да? Король лев его звали Симба. Папа, мне попала Тайя лев. Тебе попался Каян. Наверное. Ну вот да, вот он нарисован. Вот такой он мощный. Я хочу эту. На подставочке. Это сын короля льва, это сын Симбы. Иди. И он входит в эту команду, как раз львиная охрана, он ее предводитель. Самый грозный обитатель саванны. Он не просто делает топ-топ, он топ-топ-топ-топ-топ, а потом побежал и... Она ел меня, пакетик! Нет, он хороших девочек не кушает, он кушает только плохих. Пакетик? Да. Нет. И то, не девочек, а зверей, которые там на него нападали все. Давай, кто у нас во втором пакетике? Здесь такая брошюрка, здесь они все нарисованы, можно ставить галочки. Кто нам попадется, и здесь история про них. И кто тебе там попался? А, это ты знаешь, кто это? Ты же, конечно, знаешь, что это. Нет. Ты забыла? Я не знаю. Ты забыла, это Пумба. Это самый классный, Пумба. Самый мой любимый персонаж. Покажи его, бородавочник Пумба. У него такие бивни. Черное гриво. Давай покажем. Смотрите, какой он классный. Топ. Топ. У него что? Топ. Топ. Вот здесь вот такие клыки. Они друзья. Они друзья. Это классные персонажи. Я хотел очень, чтобы нам Пумба попался. Еще хочу, чтобы Тимон попался. Не, да? Тимон. Сурикат. Давай искать его. Где? Эту? Да, нет, это такой. Нет, ты не тетя Пумба. Тетя, что? Вот это? Обезьянку хочешь? Да. Ну а давай. Дигитанку. Его зовут Рафики. Рафики. Да, давай, да, открывать. Я водила Татинки. Рафики. Когда Симба родился, а потом у Симбы его детки родились, то обезьянка его наверх так поднимала в руках. А это ты знаешь, кто это? Это Башти, это бегемот. Друг нашего львенка. Давай покажем его. Давай, бегемота. Я боюсь. Вот такой он огромный, большой. У него рот так классно сделан. Там все видно. Смотрите, ребята. Смотри. Классный бегемот, очень классный. Я боюсь. Они ж друзья. Давай открываем дальше, один смотрим. Один пиво. А где тут киги? А где тут киги? А где тут киги? И что там, пустой пакетик, ничего нету? Какой-то он маленький. Птичка. Птичка, это что, Зазу? Да, это Зазу из фильма «Король лев» и первая часть. А давай, да, покажем. Да, да, да. У него мягкий хвостик, мягкие крылышки, он очень легкий, но красивый. Это птица-носорог вот такая. А там кто-то большой, давай посмотрим. Мы таких пакетиков у нас нигде не видели в продаже. Только в Эмиратах нашли. А это кто? Кто это такой? Я оттуда дамку. Я хочу гигантку. Нам попалась банга. Я животное такое называется медоед. Он кушает мед. Ну, нету обезьянки. У нас всего 5 пакетиков было. Зато у нас Каян есть. У нас есть Башти. Давай их развернем лицом. Да, птичка клюет его в макушку. Чистит. У нас есть Пумба. У нас есть банга. И птичка Зазу. Ну что, Ян, классные сюрпризы нам попались? Да. Тебе понравились? Да. Ребята, если вам понравились наши сюрпризы, ставьте лайк.
Пишите комментарии. До новой встречи всем. Пока. Пока.